Доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry часть первую. Это у нас третья серия. Вот. Мы узнали, что Вэл перевели в какой-то бункер, короче. Вот. Теперь нам нужно, короче, ее... Отправляйтесь к развалинам крепости на вершине горы. Окей. Короче, где-то там находится бункер. Я так полагаю, это вот это вот. Вот. Слушай внимательно. Видишь на холме старый форт времен Второй мировой? Доберись до него и как можно быстрее уничтожь центр связи. Угу. Центр связи нужно уничтожить, короче. Понятно. Что за звук? Катер прибыл. Прикинь. Эй, что там творится? Катер. Что? Какого? Да ладно, чувак. Приплыл катер. Чувак решил искупаться, понятно. Так. Тут мы с вами отметили врагов. Какие-то враги есть на карте, но я думаю, что это не все. Возможно, какие-то не попали в зону видимости бинокля. Так. Где он там? А, о. Отлично. В комментах вы написали, что вот это вот оружие, вот это вот как бы ППшка, наверное, да, ПП, пистолет, пулемет, хорош в замкнутых пространствах. Так, а больше никто не слышал ничего. Окей. Я думал, сейчас поднимется тревога, если что. Если чё. Так. Поблизости я, в принципе, никого не вижу. Может. Возможно, здесь они где-нибудь еще и в джунглях шарятся. Так, хорошо, сохраночка. В любом случае, мне надо всех устранить, потому что по-тихому я не пройду. Так, наверное, я выберу М. Какой, ух, какой, а! Глядь на него, глядь! Ах ты, глядь! Ах ты, глядь! Там где, откуда? Так, вот эту штуку можно взорвать. Можно было, бляха, взорвать ее, когда... был рядом. Слева. Справа. Выдвигайтесь налево. Слева, справа, выдвигайтесь налево. Да сдохните вы уже, ну. Сдохнуть будем, нет? Так, 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 обходит, обходит. Действую. Давай. Попробуй, действуй. Есть, сэр. Откуда, откуда, откуда? Где? Ох ты, ох ты, вот он. Готово. Отлично подействовал. Отлично сдействовал. Так, ну я надеюсь, те, кто на радаре, это все. Я очень на это надеюсь. Так, где-то, где-то там, видимо, в кустах, либо за камнями где-то сидит. Вот где-то, где-то вот, вот в этом районе. Там пулемет. Бляха, где-то рядом. Но он меня не слышит. Если бы он мне... Ах, вон он. Ах, вот ты, гад.
Умрешь? Все цветы засрал. Да в смысле? Отлично. Отлично, так, взглянем, что у них здесь есть. Надеюсь, подмогу они не успели вызвать. Окей, снова бананы. Какая-то тест-субъект. Клетка, короче, с тестовым каким-то субъектом. Они тестируют бананы. Зелененькие. Вы знали, что, да, бананы полезнее тогда, когда они, знаешь, немного полежат такие, вот, ну, уже черненькая такая-то, темненькая кожа получается. Тогда они во много раз полезнее. Если не знали, берите за заметку. Так, окей. Опа, снайперка. Крутяк. Мне надо что-то выбросить, короче. А выброшу я, наверное... Бляха, вот этот, наверное. А погоди, если я пистолет? Если я пистолет выброшу? Отлично. Шикарно. Пистолет мне, в принципе, не нужен. У меня есть М-ка, если что. Либо вот этот пистолет-пулемет. Камни застрял. Так, задание не изменилось, окей. Пулемет. В принципе, можно было, знаешь, как-то обойти, сесть за пулемет и всех просто раскромсать. Почему бы и нет, да? Ну ладно, мы уже так зачистили все. Окей. Сохраночки пока, в принципе, ну... Еще один совет, Джек. Не ходи тропами. Скорее всего, наткнешься на противника. Пробирайся через джунгли, и твои шансы на успех возрастут. Вот понятно. По тропам обычно ходит патруль. Это понятно. Пойдем, значит, вот так. Так, бинокль. Ну-ка. Поблизости. Ох ты. Раз, два, три, четыре. Как минимум четыре их там. Ладно. Мне бы что-нибудь с глушителем. Вот это была тема. Так, что у нас? 5 патронов всего снайперки. Их четверо. Ну, бляха, если я одного замочу, они все разбегутся, и поэтому снайперкой, в принципе, я думаю, смысла нет тратить ее. Снайперка такая штука. Если правильно пользоваться, то она может спасти очень-очень много жизней. Работу лучше не придумаешь. Ничего не делай, знай, валяйся целыми днями на пляже, да играй с пушками. Бляха. Неужели промазал? Опа, смотри. Там чувак, которого мы не отметили. Теперь отметили, окей. Окейно. Короче, сидим за булдыжником и ждем. Не убил. Переубил. Окей.
Отлично. Вы сравнивали, короче, в комментах русскую локализацию с этими, со старыми играми, как Resident. Но здесь локализацией занималась Бука. На то время, в принципе, я не знаю, как сейчас, а вообще существует ли она сейчас, эта фирма, эта компания Бука. Вот. Раньше они делали крутую локализацию. Для стареньких игр. Как бы, в принципе, вот Far Cry — это одна из тех игр, где, в принципе, хорошая локализация, отличная. Мне вообще не заходит, не нравится. Там, как правило, по-моему, актеры озвучивали. Даже какие-то известные. Так, ну где-то. Наверное, за деревом стоит. Ну. Что ж я не попадаю-то сразу? Так, кто-то там, наверное, наверху. Вон он. Патроны, я думаю, в принципе, можно не жалеть, потому что это все-таки шутер, а не survival horror, да, допустим, или просто там, знаешь, выживалка какая-то. Ну, поэтому патроны, в принципе, я думаю, всегда будут, всегда найдутся. Еще один этот, без пулемета уже. Здорово. Стоит такой, нифига себе. Тут есть еще кто? Есть еще кто? Ну что ты так медленно падаешь, дружище? Нифига я его разрешетил. А вот эта штука взрывается? Если я буду рядом стоять? Нет, ничего, все нормально будет. Так, погоди. Ира, это пушка? Охереть. Походу здесь все. Так, тропами не ходим. А по-другому и никак. Только тропами. Ладно, сохранка. Пока все отлично. Опа, хорошо, бункер. Еще один фонарик. Так. Эх, скукотища. Хоть бы работа появилась, а то уже всю задницу отсидел. Чего скулишь? Работу лучше не придумаешь. Ничего не делай, знай, валяйся целыми днями на пляже, да играй с пушками. Чего еще желать? Да, это клево, но место здесь дерьмовое. Со стороны кажется, что жизнь наемника полна приключений, а? Слушай, малый, ты лучше молись, чтобы тут все шло тихо. Простое правило. Как только начинаются приключения, так сразу начинаются неприятности. Вот точно. Вот это точно. Ох ты, нифига, бочки взрываются, эти баллоны. Опа, опа, опа. Хорошо. Хорошо, что ящик сейчас взорвал, а не то могли взорвать вместе со мной, в принципе. Так, ладно. Но я думаю, что это не тот бункер, где находится Вэл, потому что, ну, слишком как-то просто. Так, аптечка. Ну, не нужна, больше ничего нет, да? Хорошо. Ты видел? Как он через дверь может видеть? Что за глупый вопрос? Так, лестница. Могут по лестнице подняться. Ты видел? Так, в смысле, кого ты там видишь все? Какой зрячий у нас? Ах ты, значит, у нас зрячий. Сейчас будешь слепой. Эй, друг, жив. Ай-яй. Я вынесу тебя. Бляха. Вот о чем я и говорил. Ай-яй-яй. По лестнице поднялись. Да твою мать, ублюдок. Так, нужна аптечка. Срочно. Срочно аптечка. Хорошо. Теперь я немножко спокоен. Бляха, набегает как тараканов.
Все, больше нет никого. Ну, порно-журняли. Порно-журняли. Так, если я пойду здесь, то ни черта, наверное, не найду, да? Ага, мне надо в лифт. Понятно. Давай вниз спустимся, посмотрим, что внизу. Может, какие-то ништяки лежат. А что, ништяки мы любим, да? Ништячки мы любим. Так. Опа! Пистолет-пулемет П-90. М5. В смысле? Так, погоди. А он с глушаком, погоди. Он с глушителем. Если я сделаю, допустим, так вот. Да бляха. А, в смысле? Так. 300. У тракториста. Все. Вот это у нас с глушаком, поэтому можно. Теперь уже можно пытаться пройти некоторые моменты тихо. Все, поехали. Ну, это тот бункер, получается, в котором нужно отключить систему связи, я так понял, да? Он там что-то говорил про систему связи. Так. Аптечка. Броника нет, жалко. Аккуратно. А, нет. Это не тот бункер, это просто проход. Это не тот бункер. Так, погоди. Раз. Снайпер. Хорошо. Пока, в принципе, больше никого не вижу. Патруля-то нет никакого? Эти утырки вон там, а по-любому стоят. Ладно, давай-ка попробуем. Я не знаю, насколько он меткий. Давай попробуем вырубить. Просто такой ништяк. Я меткий глаз. Ага. Ну я так и знал, что там кто-то есть. Потому что, ну не может быть, что там никого не будет. Так, здесь как минимум двое. Хорошо. Второй лично меня не увидел, получается, да? Он только увидел труп, и он сейчас на стороже. Окей, желтеньким загорелся. Так, здесь какой-то патруль. Где он? Я не вижу никого. Там меня не запалят. Надо вот этого здесь вырубить, короче. Чтобы, если что, не прибежал. Где-то. Репуха. Бляха, он либо... Не, не на камне. Где-то здесь. Где ты? Утырок. А в смысле? Осколочная! Осколочная! Откуда он стреляет-то? Где? А ты-то? Ты чё? А ты-то откуда? Где он? Да здесь. Да в смысле? Откуда он стреляет? Это не тот, которого я искал. Он сказал про гранату. Где она? Где-то тут... А, вон он. Знаешь, я по нему попадаю, он так, как будто, знаешь, его достали. Ну как у меня. Да в смысле? Еще не дохнем.
Да, разброс большой в пухе. Гранатами, наверное, сейчас привлекли внимание. Окей. Бляха. ХП вообще нет. Это печально. Смотри, пуха. Так, патрон для снайперки, отлично. Смотри, пуха. Ржавая, правда. Вот с нее жахнуть, да? Это, наверное, это артиллерийская. Противовоздушная какая-то пуха. Так, она в небо куда-то направлена. Либо, знаешь, когда стреляет куда-то в этот, в корабль. Под дугой такой. Так, ладно. Сейчас здесь что-нибудь придумаем. Вот аптеку бы. Был бы шикардос. Был бы шикардос. Хотя бы аптечку. Слишком тихо, мне это настораживает очень. Так, пока ваншотики раздаем. Вот то, что там, вот там не пройти, блин. Вот то, что с этим, с глушителем, очень радует. Меньше шума, меньше проблем. Окей. Здесь еще никого? Бляха, может, в каких-то этих сооружениях есть аптечка, либо броня. Вот эта антенна, которую надо отключить, получается, да? Окей. Отлично, аптечка. Ништяк. Ништяк. Так. Я вроде здесь сейчас и побегал так, и никто вроде меня здесь не спалил. Ну-ка через окошко глянем. Есть кто еще? Там вон еще аптечка, я вижу. Да что-то кажется все. А нет, я кого-то сейчас видел, вон стоит. Поднять тревогу он не успел. Эй! Бляха! А второй что ли был? Что-то я его не увидел. Где ты? Я тебя запомнил. Да в смысле? Да, да в смысле? Ах ты падла, смотри, уже бежал. Ты жив? Еще. Крепление. Да ладно, сколько их здесь? Приведет он подкрепление. А что это сейчас за дым был? Он реально сигнальную ракету какую-то пустил. Да где ты? Вот здесь он никак не мог обойти, потому что тут завалено. Вертолет? Да ладно, он реально подкрепление вызвал. Жескач. Да где он? Погоди, погоди, погоди. Я не могу понять, где он. Опа, опа. Смотри, ля какая вертушка. Вон он. Давай, давай, быстрей, 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 быстрей. Бляха, дымомуху кинул. Да в смысле, что они не дохнут? Ты покойник. Хорошо.
Есть кто еще? Я смогу здесь пролить? Окей. Так, мне бы до аптечки добраться. Есть кто? Есть кто живой? Ну, вроде тишина, ничего не говорят. Так, у меня полный боезапас, в принципе. Красота, да? Смотри, тачки. Ну-ка. Угу. Ну-ка, давай-ка испробуем снайперку. А здесь есть задержка дыхания? А, да. Куда побежал? Собака, а? Спрятался. Из-за пальмы не видно. О, вижу. Леха. Все, отлично. Все, никого? Ну, неплохо. Ну, нужно привыкать, короче. Ну, нормально. Бывает и хуже. Так, нужна аптечка. Хорошо. Ёба, жука. Похоже, они заблокировали дверь в центр связи. Это плохо, черт. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди немного. Подожди, говорит. Ага. Ну, подожди. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. По моим данным, они появятся с севера. Леха! С того катера стреляешь? Но. Охереть. Ну-ка. Помощь. Просто нихера. Нихера. У нас небольшая проблема. Похоже, они заблокировали дверь в центр связи. Это плохо, черт. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди немного. Подожди, говорит. Ага. Подожди, говорит. Ага. Тебя засекли. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. По моим данным, они появятся с севера. Воздушно-морские. Так, надо. Бегом. Я не знаю, я взорвал ее. Если сейчас будет стрелять, продолжать, значит я ее не взорвал. А, походу взорвал. Ладно. Так, а что мне делать? Отстрелитесь, пока Дойл взламывает код замка. А кто-то придет? Вертолет. Понятно. Так. Надо, короче, это. Укрыться где-то. Там вертушка. Ну, вертушку мы знаем, да, уже. Ах. Давно. Давай, Дойл. Ай-яй-яй, кончилось. Ай-яй-яй. Отлично. Давай, открыл? Нет? Готово. Система безопасности взломана. Джек, быстрее в здание. Отлично. Так, я выберу, наверное. Что у нас там? Вот это. По-тихому. Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей.
Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Про что он говорит-то? Какие-то эксперименты, как обычно. Ты ничего не заметил? Ай. В смысле? Да? Что там происходит? Выкоска какая мощная. Питание в центр связи подается от генератора. Если ты установишь взрывчатку на баке с топливом, то взрыв будет такой, что от центра ничего не останется. Взрывчатка, точно. Только я забыл ее дома. Сейчас не время для сарказма. Ты же профессионал. Наемники расчищают взрывами заросли на острове. Отсмотрись, ты сумеешь найти что-нибудь подходящее. Угу. Бомбу взял. Хорошо. Объявить тревогу! В смысле? Не надо. Не надо. Вот этого, пожалуйста, не надо. Хрен тебе! Хрен тебе, говорю. Я вам говорю, не надо, он мне хрен. Откройте дверь. Куда иди? Так, ты один? Или вас там много? Хорошо. Леха, вот эти вот места прям закрыто. Хер поймешь, где-нибудь спрячутся и... А, вот сюда надо бомбу. Убирайся оттуда быстрее! Валим, валим, валим. Жду тебя на пирсе с дальней стороны острова. Важно, чтобы меня не раскрыли. Так что тебе придется зачистить этот район. Понял.